Вау, вот так вот, отлично, ребяточки. Еще совсем чуть-чуть, и мы его полностью убьем. Давай, пушная артиллерия, помогайте мочить самку. О, вот он, ребята. Вот он, вот он, вот он. Это разве он? Вай-вай-вай-вай-вай. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребята. И сегодня мы будем играть в Swamp Attack, или Атака на болоте, или Болотная Атака, или Охота на болоте. Как кто, ребятки, в принципе, хочет, так и называет эту игрушку. Так, ну что ж, ребятки, мне эта игрушка запомнилась тем, что мы ее с вами прошли, мне кажется, полностью еще прошлым летом. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте с вами теперь будем сражаться против боссов. Я предлагаю каждого босса, ребятки, пройти по отдельности и посмотрим, на что они способны сейчас. Ну что ж, поехали, ребят. Погнали, 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 погнали. Улучшайте оружие, чтобы отстреливать более крепких монстров. Хорошо, посмотрим. Так, ребятки, тетя Клава у нас вон готова. Оружие есть. Так, вот идет, собственно... Кто это? Это бобры идут. А, до босса мне еще довольно-таки, наверное, далеко. Это идут боберчики, которых можно обычно, ребяточки, ружьем вот так вот выстреливать. А ну уйдите с моего болота, всех перестреляю, всех перестрелю. Так, отлично. Так, ну что ж, давайте возьмем, наверное... пулемет. Ох, миниган, ребята, посмотрите, как я с минигана перестреливаю всех этих нехороших злодеев. Так, ну что ж, отлично. А вот самый главный. Вот этот бобер-босс, ребята. Это самый главный босс. Как же его уничтожить? А ну давайте ракетницу у него. Вау, вот так вот, отлично, ребяточки. Еще совсем чуть-чуть, и мы его... полностью убьем. Давайте-ка еще раз. Вот так вот. Вау, отлично, ребятки. И первый босс у нас потерпел крушение. И это просто, ребятки, я вам хочу сказать, замечательно. Так, ну что ж, ребяточки, отличненько, отличненько. Просто, так сказать, супер. Так, ну что ж, давайте вернемся, ребятки, в лобби. Так, здесь нам показывают, что мы его уничтожили. И он утонул в реке. Ну что ж, хорошо. Так, давайте... возьмем дальше. Так, ребятки, дальше у нас здесь... что у нас здесь? А, следующий босс, ребятки, у нас самка комара. Вот она. Давайте с вами, собственно, и нырнем в этот уровень и посмотрим, как мы сможем отбиться от этих комаров, ребятки. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка вот так вот. Ох, отлично. Давайте пока будем отстреливаться от этих комаров, пока самка не прилетела. Ребят, давайте, кстати, тоже мы можем пускать самолеты и аккумуляторы в воду бросать, пускай их током бьет. И бомбы-вонючки у нас еще есть. Артиллерия воздушная пошла. Так, ребятки, подождите, давайте аккумулятор. Давайте атомную бомбу скинем. Вау, вот эта радиация, ребята, зашкаливает просто. Где же эта самка комара? С кем же я буду драться, а? Покажите мне ее. Сейчас ее быстро на место поставлю. Так, сейчас, подождите. Ага, ребята, вот она, посмотрите, вот она. Давайте ее тоже, наверное, будем мочить из этого. Ого, не получается, ребятки, не получается. Воздушная артиллерия... помогайте мочить самку. Отлично. Вот так вот. Отлично, ребятки. Воздушная артиллерия просто-напросто уничтожила ее. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, уничтожили мы самку комара, ребятки. И тут мы слышим рев какого-то чудовища. Ребята, что это такое? Кто-то спрятался в лесу. А ну давайте посмотрим. Это, ребятки, такое болотное чудовище, которое сделано, наверное, из чего-то, ребятки, такого, из болота, с какого-то. Вот оно, ребята, посмотрите, какое оно страшное. Ха-ха. Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют. Сейчас мы ему покажем, как нужно правильно уничтожать и бороться за мое болото. Ребят, надо было оружие взять, оружия у меня-то нету.
Так, в бочках, ребятки, там сидят. Кто в бочках сидят? Это противники мои. В бочках сидят крокодилы, попрятались. Прикольно, да? Так, уточку забираем. Это тут монеточка. Так, и бомба. О, вот он, ребята! Вот он. Это разве он? Ой. Давай-ка вот так вот. Ой, он бросает бочки в меня. Я просто сейчас могу сгореть, ребята. Давайте вот этих. Стреляй. Так, ребятки, воздушной артиллерии нету. Давайте будем потихоньку миниганом стрелять. Я думаю, что мы его уничтожим сейчас. О, вот так вот, отличненько. Ха-ха, болотный босс, ребятки, побежден. Я и не думал, что мы так быстро сможем с ним справиться. Но мы все-таки, ребятки, с ним справились. И это просто, ребятки, замечательно. Так, давайте возьмем следующий уровень. Следующий уровень у нас... О, все, ребятки, он утонул. Луна даже развалилась на части. Вы только посмотрите. Все, ребятки, он, получается, утонул. И, ребятки, на смену ему прилетели НЛО, которые забрали у меня с фермы корову. Надо выручать корову, ребятки. Так что давайте, собственно, будем бороться с летающей тарелкой в следующем уровне. Ну что ж, ребяточки, погнали. Так, ребята, вот и они, вот эти дроны прилетели. Это дроны, которые мне постоянно мешали. Ребята, вы только посмотрите на них. Они постоянно мне мешали, надо их уничтожить. Они постоянно мне мешали, ребята. Вот так вот. Да. Отлично. Просто супер. Давайте уничтожим этих дронов, потому что сейчас, я думаю, прилетит босс ихний. Вот он! Что это такое? Вау! Летающая тарелка прилетела! Давайте вот так вот. Вау, ее будем мочить из этого, из пулемета, ребятки. Надо уничтожить ее локаторные антенны. У нее 4 жизни, ребят. Сначала уничтожить ее надо локаторные антенны, чтобы она не управляла дронами. И после того, только, наверное, после того, как я уничтожу ракеты, наверное, уже я смогу уничтожать и саму летающую тарелку, ребят. Так, ребятки, есть одна, есть вторая. И сейчас последнюю локаторную антенну уничтожили. Все, ребятки, все отлично, круто. Теперь мы уничтожили летающую тарелку полностью. Разве это не замечательно? Отлично, ребятки. Вот так вот нужно побеждать этих нехороших и злых боссов. Кто следующий? Так, ну что ж, ребяточки, вот я стою, летающая тарелка упала за горизонт. И я и взорвалась где-то там далеко. Так, хорошо, поехали дальше. А что у нас дальше? Ребятки, опасно. Она взорвалась, ребята, недалеко от атомного реактора. Из-за этого у нас выкид произошел... плохих газов в атмосферу, ребятки, и родилось непонятно что. Посмотрите, какой чудик, ребятки, родился. Мы сейчас с ним будем сражаться. Вы только посмотрите на этого гуманоида. У него 50 тысяч глаз, ребята. Так, ребятки, все тут зеленое, все тут радиация. Давайте как-то будем бороться с этим. Вот этот чудик, ребята. Посмотрите, вот он идет. Прикольный. Так, давай, вот так вот мы его сейчас покажем ему, где раки зимуют. Так, воздушная атака, прием, одна есть. Пошли, ребята, с воздуха, бой, круто. Так, ну что ж, я думаю, мы быстро его уничтожим. Ребята, он пытается сжечь наш дом. Нет, только не это, надо его побыстрее убить. Мой дом горит. Хух, ребятки, отличненько. Я думал, я просто-напросто не сумею с ним так быстро, ребятки, справиться. Но, тем не менее, ребят, мы с ним справились, и это просто отлично. Ребятки, год спустя, посмотрите, что год спустя здесь творится-то, а? Муха полетела, ребята. И на кого она наткнулась? Ребята, остров с глазами. Вы понимаете, что это такое? Здесь даже земля с глазами растет. Вот это да! Вот это да. Так, ну что ж, давайте, ребятки, 6-й эпизод мы, наверное, с вами сейчас будем бороться с боссом. Так что погнали. Улучшив оружие, ты можешь получить возможность зарабатывать больше монет за мультиубийство. Ну, это мне понятно. А вот, ребята, эти крысы, которых мы так долго ждали. Так, давайте, наверное, миниганом возьмем и просто-напросто уничтожим всех. А вот и этот босс, ребята, у которого 50 тысяч глаз. Вы только посмотрите на него, а? Вот такой негодяй нехороший. Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют. Давай. Так, ребятки, осталось совсем чуть-чуть. Самое главное стрелять по его глазам. Так больше всего тратится жизни его.
Надо было, конечно, нам побольше бросать каких-то там аккумуляторов. Надо было набрать с собой оружие, потому что оружия довольно-таки мало у нас, ребят. Так, ну что ж, половину жизни мы его уже, так сказать, потратили. Еще осталось совсем чуть-чуть, чтобы, ребяточки, победить. Посмотрите, в него даже знак застрял. У него даже знак на спине вырос о том, что это радиоактивная зона. Что здесь очень много радиации и что здесь лучше не попадаться. Так, осталось совсем чуть-чуть. Наш миниган уже, ребятки, перегрелся, но тем не менее он еще стреляет. Отлично, все, ребята, мы с вами уничтожили его. И он утонул в реке, ха-ха, круто, ну разве это не замечательно? Так, ребяточки, переходим к следующему боссу, посмотрим, что он. Так, о, ребятки, отлично, у меня одна атомная бомба есть, просто круто. Так, ребятки, кто-то такой, это доктор Би. Это, наверное, доктор Би, ребята. Сейчас посмотрим, да, ребята, это доктор Би, его надо просто уничтожить. Это доктор Би, который и проводил эти все эксперименты. Давайте будем, наверное, с ним сражаться. Или нет? Нет, ребята, доктор Би у нас в следующей этой, да? Вот у нас сейчас будет, наверное, машина доктора Би. А потом будет сам доктор Би. Ну, сейчас посмотрим с вами. Так, ребятки, давайте, наверное, перейдем в магазин. И, наверное, купим себе оружие. Потому что оружия у нас не так и много с вами. Так, магазин. Так, отличненько. Так, ребяточки, что мы с вами берем? Давайте с вами, наверное, уберем вот эту штуку. И вместо нее лучше поставим какую-то прикольную. Давайте вот косморужье возьмем. Это будет довольно-таки прикольно. Так, косморужье мы с вами взяли. Отлично. Так, 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 так. Взрывчатка. Так, ребяточки, я предлагаю набрать боеприпасов. Надо не с ними, надо загрузить боеприпасы в себе. Так, а также, ребятки, вот этих боеприпасов нагрузить. Атомная бомба есть. И вместо бомб вонючек, ребятки, я хочу взять рояль, пускай будет. Так, ну что ж, ребятки, погнали, погнали, погнали. Нас уже босс ждет. Отличненько, поехали. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами продолжаем играть. Ага, вот, вот, все, я понял, ребятки. Теперь мне все понятно. Давайте просто-напросто будем забрасывать вот этой штукой всех. Вот эта машина, которая производит, ребятки, этих всех тварей, которые лезут. Вот эта машина. Вот нам для начала надо уничтожить ее. Так, ну что ж, ребятки, пока у нас особо плохо получается, давайте, наверное, начнем с... Ребятки, у меня жизни практически нету. Куда же догодиться-то? Ой-ой-ой, ребятки, ничего, что я... Я просто-напросто сгораю. У меня нету жизни. Давайте атомную бомбу кинем. Атомную бомбу, ребятки, засосала машина-пылесос. Да что ж такое-то, ребята? Не хватает жизни мне. Тетя Клава, помогайте, ребяточки. Тетя Клава, помогайте, 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 помогайте. Потому что меня расстреливают. Так, ну что ж, отличненько, дорогие друзья. Мы взяли с вами дополнительную защиту, которую нам предложили. И таким образом, ребяточки, мы победили. Так, ну что ж, отличненько. Этот уровень мы с вами прошли. Это была машина доктора Би, который попытался ее сделать, чтобы она делала вот таких вот нехороших людей. И теперь доктор Би, ребятки, познакомился с инопланетянами. И после того, как он познакомился с инопланетянами, ребятки, ему открылась дорога делать различные машины. И вот инопланетяны ему и выдали инструменты, и он придумал вот такой вот танк, ребята. Вы представляете, вот на таком танке сейчас будет доктор Би. Сейчас посмотрим, как мы его будем уничтожать. Так, а что же его не берет ничего, да? А нет, ток берет, ребятки, немножко ток берет. Давайте потихонечку будем бить его током. Давай, 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 давай. Так, ну что ж, я считаю, что пора взять воздушную атаку. Атака с воздуха. Пускай нам помогает артиллерия воздушная. Так, ну что ж, отлично, ребятки. Самолеты так неплохо так справились со своей работой. И просто-напросто уничтожили этого злого доктора, который сидел в этом танке. И это, ребятки, просто замечательно. Это просто, ребятки, круто. Ну что, ха-ха, доктор Би убежал, инопланетяне утонули, а доктор Би сказал,
Я еще вернусь. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы закончили с вами играть в «Охота на болоте» или «Атака на болоте», или «Swamp Attack», или «Охотник на крокодилов». Кто как говорит, кто так и, кто как хочет, ребятки, так и говорит на эту игру. Но я вам хочу сказать следующее, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на мой канал. Поставьте пальчики вверх, если еще не поставили. И пишите в комментариях. Комментируем, ребятки. Я буду по возможности отвечать на ваши комментарии. А с вами был, как всегда, Юра, ребята. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.